Рак прогрессирует. Боюсь, уже ничего нельзя сделать. Есть один человек, который, возможно, смог бы помочь. Мы представляем двустороннее лечение в пригороде Мехико. Результаты ошеломляющие. Она спасла мне жизнь. Вы в хороших руках. А что будет потом? Потом ваша новая жизнь, Джон Крамер. Судя по этим снимкам, опухоль так и не была удалена. Сколько мне осталось? Месяца. Это максимум. Мне столько еще нужно успеть сделать. Пора сыграть в игру. Вы все делали вид, что лечите меня. Из всех, кого можно обмануть. Вы выбрали Джона Крамера? Жить или умереть. Выбор за вами. Пила 10. Скоро в кино.